Так, ну и про звоночку попробуем определиться. Один обрыв я нашел. Очень непонятный такой обрыв. Как он мог случиться, непонятно. И сейчас пробую еще найти своим пробником, так, чтобы как можно меньше разбирать кабель. Что кабель в фольге, и сложно мне этим щупом. Кажется, здесь работа. Ну, это от соседних проводов. Thank you.
Здесь другой звук совсем. Надо попробовать. Можно, конечно, просто изоляцию все снять и все, и не мучиться. Но так-то интереснее. Сейчас проверим. Зарядку поставим. Заряжается. Так, а мы будем скрывать. Скрывать будем. Будем скрывать. Но обычно кабель надо сматывать в кружочек. Нельзя его загибать, сжать, тестер бросать. То есть будьте аккуратнее, и все у вас будет как можно дольше работать. Ну, так что кабель этот надо на замену. Это понятно. Мы сейчас попробуем его опять скрывать, как бы в сторону. Как он может пробиться, он, видите, защиты еще в фольге. Поэтому что-то непонятно. Можно кабель открывать в трех местах, снимать изоляцию, вот она снимается. И где-то здесь у нас будет пробой. Куда он не денется. Аккуратненько. Тут чувствую, что по кабелю молотком колотили. Тут. Или еще чем-то. То есть фольга. У нас должен быть красный провод. Вот. Синий. У нас был провод, вот эти два провода у нас крякнули. Значит, оранжево-белый я нашел, а красно-белый я пока не нашел. Ну, до этого потянем его. Тянется. Значит, в этом промежутке он целый, оранжево-красный. Давай вот. То есть не оранжево-красный нам надо, а красно-оранжевый нашли. Красно-белый. Тянем его. Если он порван, он должен выйти. Так, провод целый, видите, натянулся там. Теперь с этой стороны тянем красный, нам надо красно-белый. Будем тянуть его, ребята. Что делать? Вот. Вот мы и дотянули. Оборвался он у нас как-то так. Но это, скорее всего, мы его вырвали. Не можно так. Молодцы. Дальше идем. Значит, у нас еще остался отсюда красно-белый. Ну-ка. Тянется, ребята.
Мест вырывается. У нас красно-белый тянется. Здесь у нас тянется. У нас оторвавшийся. Красно-белый. Провода дохлые. Короче. Красно-белый. Он короткий. Открываем еще немножко. Так, это целое, ну и сейчас будем прозванивать, соединять и сажать все это в кембрик и припаивать. А так, честно скажу, лучше кабель новый купить. Заказать новый кабель. Самый, если нету, самый дешевый вариант тестера, пускай будет запасной.